Италию, было про Италию. Я сразу вспомнил, у меня одно стихотворение, я у Натальи Орейановой читал. Оно у меня белое, я поэтому не помню, поэтому буду читать. Римские каникулы, Чиничита, Клизиль, прекрасная сеньора, храм Святого Петра, романтика, фантастика, Феллини, 8,5, интимное кино. Я покидаю свой Рим, мы мчимся к морю, в азуре Адриатики, обнимающее небо, губы рвутся к единству, возвращение к фантазиям детства. Сладкий запах черных цветов, эстетика чувств, воспоминания теплее, вдохновение мечтаний, мои римские каникулы.